Активиста Ярослава Никитенко арестовали на 10 суток за то, что он принимал участие в акции, поддерживая оппозиционера Сергея Удальцова. Евгения Воскобойникова выясняла подробности. Женя. Да, Маш, действительно, эколог, активист движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко был задержан полицией накануне возле здания Мирового суда Тверского района Москвы на Новой площади, где слушалось дело оппозиционера Сергея Удальцова. Примерно в 9 вечера Никитенко доставили в ОВД «Китай-город», потом тайно перевезли в другой суд, не сообщив об этом никому. И со слов коллег Ярослава осудили... Ярослава его осудили без участия адвоката, и в зале суда никого не было. Его приговорили к 10 суткам лишения свободы, обвинили активиста в участии в несогласованном митинге. Я напомню, что вчера активисты стояли на улице около суда и выражали свою поддержку осужденному Сергею Удальцову. Сотрудники полиции, не представившись и не объяснив причин, просто затолкали Никитенко в автозак, и позже Ярослав сообщил Интерфаксу по телефону, что из 50 человек задержали только его одного. За 4 часа пребывания в ОВД протокол об административном правонарушении так и не был полностью оформлен, однако в нем уже было указано, что гражданский активист выкрикивал выражение «Боровкову под суд», хотя многочисленные свидетели и видеоматериалы говорят о том, что этого не было. Я напомню, что Ольга Боровкова – это судья, которая приговорила Сергея Удальцова к 10 суткам ареста дополнительно. Маша? Да, спасибо, Женя. Моя коллега Евгения Воскобойникова.